Здравствуйте, уважаемые любители игр и развлечений! Привет! Пришло время разучить новую игру. Чем это вы так увлечены, коллега? Ну вот, готово. Слушайте. Павел Петрович пошел погулять. Поймал попугая, пошел продавать. Просил полтинник, получил подзатыльник. Это еще что за творчество малых народов? Обижаете, коллега. Это наша новая игра. Я, кажется, догадался. Все эти слова в этом рассказе начинаются с буквы «П». Правильно. Предлагаю попробовать поиграть. Прекрасно. Поехали. Правила игры такие. За определенное время, например, за 10 минут, игроки пишут рассказ. Все слова, в котором начинаются на одну букву. Допустимы любые несообразности. Например, кот клевал клюкву. Или свинья съедает сандвич с салом. Главное, чтобы рассказ был связанным. Наташка написала нюанс. Ненастной ночью нахальные негры нашли нарцисс. Деревянные дрова догорели дотла, деревянный длинный дом догорел дотла, даже дерево догорело, даже девочка догорела, драгоценный дракон догорел, догорел даже дурачок, драмтеатр динамично догорел, да, дела. Ну и кто победил? Победителя выбираем демократическим путем, голосованием. За себя голосовать нельзя. Итак, сегодня победил я. Пока-пока. Сейчас снова будем сочинять. Согласна.